убивали этого босса, понимая, что тут надо делать. Но мы, блядь, вайпнулись. Еще раз чек. Black Cherry. Или я хуман был? Не был хуман в хиле. Да был он в хиле. В хиле он был. Что вот. Рано умер. Подходим сюда все, кроме БДК. Еще внимательнее, пожалуйста, смотрим то, что появляется на вас, возле вас, и где вы стоите, где стоят хилы. БДК начинай, на пул на БДК. Гера, рейндж набираем. Проводи, проводи. И маги блинк мы тратим не для того, чтобы догнать босса, а чтобы выйти из говна. Рейндж. ШП ханты стоят в центре. Хилы стоят между центром и боссом. РДД держит рейндж от хилов. От дождя отходим. Направо немножко пробегаемся к ступенькам. Рейндж. Рейндж. Набираем рейндж. Вот, мы более-менее адекватно стоим. Ждем вторую глыбу. Бежим глыбам потихонечку. А теперь забегаем все. Забегаем. На нас проводишь босса. Лево-право. От морды босса рассосались. Набрали рейндж. Диспел. 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 Рейндж. Дэйв и жмем всегда, когда дождь на вас кидается. Тучки, барскины. Диспел БДК. АДК, сори. Дубовую нажми на крашере. Диспел мелизону. Меня продиспелите. Три трупа. Четыре трупа. Понимаю. Прохил крашера. Рейндж. Дождь пропал, есть чистый сектор. Рейндж набрали. Мастер. Поднимаем быстро цели, которые проседают. Не кучкуйтесь заранее, пожалуйста. Кто стоит недалеко от глыб, вы до конца держите рейндж, пока не появится третья. На рейндж расходимся. Агния по акценту. Акцент по крашеру. Крашер по гизма. Раздали БРы. Инры. Акцент по Аматис, по Фионе. Крашер. По Хулипалу отдашь Агния. Олег по себе. Дедбэк пока по мне там нормально. Там у тебя еще, по-моему, это есть. Финда твоя. Диспел Лока. Бафы. Бафы. Даем по тем, кого резнули. Вторую Геру нажимает у меня Фиона. Стамину каску дайте, это ваншот. Крысу прохил? Возложение отдал.
Из дождя выходим. Из дождя выходим. Рейндж. Рейндж. Те, кто стоят возле БДК, готовятся подходить поближе к рейду. Подымаем быстро просевшие цели. Подымаем просевшие цели. Подходим потихонечку к глыбам. Зашли за глыбы. Зашли за глыбы. Гимн надо. Гимна Ману Персифона, гимна ХП Гваделупа. Отлично, подняли рейд. А то я могу поставить. Ставь? Ставь. Сетбэк тоже на ману можешь поставить. А, у тебя уже было все. Словили позиции. Можно каску под рейдом. Олег, дашь по Фионе БР. Бурстите, жмите, блядь, банки, фласки. Я не понимаю, как вы, блядь, сдулись, что ли, или что. Ну, здесь спальту не доставалось. Спок у босса вообще никого, все под мордой тусуются, заливают друг друга. Артур, слышишь, может я что-то не понимаю? Ну, может, типа я рели хуёвый рели этого босса, я что-то, блядь, прям пиздец косячу, я не пойму. Ты не пиздец, смотри, короче, фрешмоти, бля, 18-ка летит, такого не было. Да, я тоже что-то заметил, что дождь очень сильно дамажит. Повер до хуя дамажит. Что ты делаешь? За глыбы. Что теперь нам вообще фул фрошмот и чарки надо делать? Двадцать процентов это сколько? 10 мультов еще, да? 9, да, 10. Да добьем, если никто не убьет. Диспел. Диспел. И дождя как будто больше прям стало. Дождь очень больно бьет. 18к это несерьезно, блин. Не знаю, я на локи успеваю уходить. Не, ну я тоже, но 2 тика и 8. Мертвый, короче. Понял. Ложитесь. И похищение по 11 тысяч тика и 12. Нет, пиздец. Не было такого дамага на этом боссе. Не, я понимаю, типа, если был бы рейд вообще на полку, типа, без шашмота, только с флаской. Да, это еще, типа, адекватно было бы. Плюс дождя как будто реально дохуя стал. Типа, 2/3 платформы почти залиты всегда. Помогать кто-нибудь диспелить? Потому что, ебать, они это всех достают. Тут особо сейчас даже переспекивать дополнительного хила не поможет. Можно просто одного взять нормального вместо вот этого холипала. Да нет, тут суть-то не в этом. Суть в том, что если человек реально стоит, тупит в дожде, или там прокает так, то что он выходит из дождя и на него сразу... Ну так это можем прохилить.
Ну, блядь, хз. Давай сейчас я частицу на себя кину, попробую подставить в дожде и кастовать хурилайт, посмотрю, сколько я продержусь. Как бы сказал Бибоп, тут уже чистая реакция нужна. Блядь, да какой прохилить, типа? Если прохилить можно, если прям сразу же заранее в него кастовать? Да можно, если у тебя фрушмут, если оно не так сильно ебашит. Я просто пока выхожу, у меня маны нет, меня никто не хилит, я сама не могу себя похилить. Ну есть у рейда фрушмут. Есть у рейда фрушмут. Ну сколько? Ну-ка мне его, смотри, на мне 352. Ну на мне 300, мне не сказала, что у меня так сильно прям ебашит дождем. А типа спать. Давайте, рыбу, ребафайтесь. Аматис, поставь, пожалуйста, этот ТМ защиты от магии, да. Он не ближе к центру комнаты. Я понимаю. Вдруг моя аура до кого-то не достает. И у вас проблемы с этим. Потому что я посмотрел. Есть моменты, когда люди реально далеко от меня. Нет, нет, забей эту хуйня, потому что у меня фрост аура стоит тоже. А, да? Да. А, базар ноль. Маги, потяните, пожалуйста, свой дисплей. Какого хуя у челика 16, блядь, у вас 0? Понимаю, грубый, дамажишь. Ну, блядь, подисплейте, пожалуйста. Короче, получается, у нас два мастера есть еще, да? Я отдаю по взлетку всегда. Окей. Давай тогда чередовать. Ты эти нечетные и отчетные взлетки. Что такое нечетные? Понимаю. Это шелону напиши, он тебе объяснит. 9, 11, 13, 15, 17, 19. Надеюсь, так далеко не будем играть. Крашер готов, нет? Да, ща ищу пояс. Все, готов. Стали в дымок. Подожди, не пуляй, не пуляй, не пуляй. Колкотик. Не колкотик. Сейчас скажу. Чел, у которого нету форшмота. Сейчас с пула встаньте, пожалуйста, в лужу и стойте в ней. Я хочу посмотреть просто. Прибьем одного челика, похуй, звания уже нету. Капросивена есть. Нет. Нет, Капросивена пускай играет. Типа тот, кто мало дамажит, и типа КПД мало дает. Ну, Капара, у него нет фрошмота, он фул бой живет, блядь, третий к дамагу. Значит, можно как-то выживать? Не, как там, видишь, зависит от всего от позиционки. И как прокнет. А он первый раз в этом. Прокать каждый раз на тебя, может не прокать каждый я раз. Позиционка, он первый раз тут. Значит, позиционирует. Значит, у него их не побольше, чем у нас. ШП, он вот отхиливается, плюс у него кучка есть, нет? А, ну да, да. 18к за тип хилит как раз, как дождь бьет. Все, я агрю. Подожди. Так, Аскорбин, что там хотел с челом сделать-то? Этот, диспон, сними, пожалуйста, кольцо, постой, блядь, в лужу, умоляю. Кто-кто будет ставить? Может его похилить изначально, чтобы он не сдох? Я похилю его. Диспон, сними, пожалуйста, кольцо. Все, давай, я готов. Начинай, бытка. Гера? Спальте, пожалуйста, тоже мелизон не забывайте. Я не хочу меликов ставить под левый бок, чтобы у вас еще больше проблемы с дождем были. Диспон, зайди, пожалуйста, в дождь. Вон, в центре прям есть. Диспалим, диспалим дебафы. От дождя отходим, пожалуйста.
рейндж 8 метров набрали, прохиливаем просевшие цели сразу же. Вы можете встать на места? Так, первая пошла. Не кучкуемся! Вот сейчас уже подходим к глыбам. Аспект нажму? Ну вот, пожалуйста. Как бы... Для кого я объясняю? Еще раз, в тысячный раз объясняю. Когда кидается первая глыба, мы стоим на местах. Когда кидается вторая, игроки, которые находятся в другом секторе, очень далеко от этих глыб, начинают к ним движение. Когда появляется третья, мы заходим за эти глыбы. Игроки, у которых рядом глыба, недалеко, вы не двигаетесь. Вы стоите четко на месте своем, поддерживаете ренджу, диспел дебафы. Мне показалось, или Freedom работает теперь? Нет. Прохиливаем лока. Хилим, хилим. Так, акцент дашь по Фионе, по Матисса Агния закинете. Рейндж набирали? От дождя, ну выйдите вы оттуда, ну выйдите от дождя, чуть поближе, направо. Олега сразу прохилить надо будет. Рейндж держим? А, ебать, я только сейчас понял, ты в первом трае инер просил, а не БР. Да. Зашли. Что, мне так плохо слышно акцент? Нет, просто типа, акцент потому, я просто типа ищу сразу кого БРить. Я понимаю. Я, ну, типа, я только сейчас понял, что это было про индеры, как-то, бля, говорит там индер, я хуй знаю, плееры. Потому что я хуй пойму, блядь. Окей. Не забывайте сжать дефы. Дубовые тучки там. Дитяшка, может, какие-то зубы даже подкинуть. Если там краем глаза увидел, что кому-то сейчас будет жопа. Готовимся диспелить дебаф. Близко к морде не подходим, когда вы наперед забегаете. Диспел меня? Спасибо. Блять, хпал, конечно, у нас просто вымирающий вид получается на этом боссе. Так, от дождя рейндж держим. Направо вот проходим потихонечку. Рейндж друг от друга держим, проходим направо. Рейндж друг от друга. Крыса и крашер. Спасибо. Все, этот сектор не двигается. Ну вот куда вы за глыбу лезете, крашер? Все, забейте. Зашли за глыбы. Сейчас какой был взлетка? Четный или нечетный? Хуй его знает, уже проебался. Честно, честно тебе скажу, я проебался уже. Диспел Магрубова. Ну, у тебя КД мастера? Нет. Закинешь, значит. Диспел. Бля, грубо, ты не можешь сам себя продиспелить? Да, кстати. Олег, закинь, пожалуйста, по сетбэк иннер. По мне бы тоже не мешал. Сейчас темчики будет ставить. Диспел? Фиону диспел? Хорошо. Не тупите, не докастовывайте, выходите из дождя. Синер откатится. По ДЦ залить? Нет, по Аматис. Я лучше ДЦ больше хилит. По ДЦшнику зальет этот самый акцент. Рейндж. Рейндж. А, ты в мэр? Ничего, сейчас бернем тебя.
Заходим сейчас за глыбы, смотрим. Все, зашли за глыбы. Крашер по акценту БР. Гимна ХП Персифона читай. Ставь этот самый Гвадалупа тотем, гимна Ману тотем ставьте. Все, Фиона поставил, хорошо. А по акценту бафы? Бафы по акценту дали? Хорошо, Хпала не будем резать. Вара, наверное, тоже не будем. Пока никого не резаем, БР пока оставляем. Юзани вторую Геру, этот самый Фиона. Ага. Сейчас у нас дела получше. Почему, блядь, с первого трая так не могли? Сейчас, скорее всего, убьем. Если не будете тупить. Меня диспол? Спасибо. Далеко, Попс. Угу. Ну, типа, вас Мелизона всегда будет вот с этого бока. То есть вы должны стоять так, чтобы вы доставали до Мелизоны. Так там в Мелизоне, типа, один кидается, можно перебежать, а против спелить и обратно стоять. Не, я про... А, ты... Все, я про вас. Ну, перебегай, не буду. Всегда просто так получается. Видишь, как я перебежал. Словил задней лапой, поебал. Диспел. Понятно. Взрывает. Эй, барот этого казино. Старайся, слышишь, как, чтобы он не касался фреймом зеленой этой штучки. Он тебе должен касаться именно вот передней кромки. Казано. Ну давайте заново, да. Он это выйдет? Да. Что? Ну чё вы бомбите, тебя? Сидите, кнопочки нажимайте спокойно. Так, сейчас, секунду. Смотри, короче, пупс, чел без фрушмота вообще. На нем есть фласка, только по нему залетает 17 тысяч. Чуваки с рушмотом 300 плюс также по 17 тысяч, ну, тикает, да, блядь. Так оно же не сразу залетает. В смысле, не сразу? Как будто бы стакается. Оно сначала по чуть-чуть бьет, потом прилетает 18к. Ясно. Забей, Маш. Оно сразу прилетает. Ничего тут не стакается. То есть, ну, а человек теории... по нему убивает. Подожди, то есть в теории, если мы снимаем Frost Resist, то дэмэдж у нас такой же по нам. В теории, по факту, да. Ну, то есть, ну, смотри, снимайте. Вот там, я попросил его снять фрошмот. Вот смотрю, по нему по рекаунту 17 тысяч, по нему тычка прилетает. Человек с фрошмотом также 16-17. Дайте ремонт какой-нибудь, пожалуйста. Давай, ну, этот самый. Ты сам себе диспелить будешь? Может, поломали фрошмот? Персифоны по тебе пролетают 15%, потому что у тебя есть 15% ШП стойки, наверное. У меня в этом трое было 372. Ну, вот, смотри, у Крашера мы 300 с хуем, и по нему 16 тысяч. 370. Ты чё за хуйня, типа? Ну, типа, давай оденем обычный шмот. Ну, давай сейчас реально оденем обычный шмот с нормальным шмотом в трое. Все одевают, да? Да, все оденьте нормальный шмот. Это... Поэтому мы и вайпнемся сейчас. И вообще, короче, смотри, я что-то заметил, реально луж дохуя стал, надо либо тактику менять, либо чё. Потому что вот эта вот тактика, когда РДД идут вперед, а милики догонять, это кошмар. Не работает это сейчас. Ну типа смотри, можно по кругу просто босса крутить тогда. Такой тактику попробовать. Так. Нет, смотри, есть вариант какой. Разделить на два фрейма просто. Ну я тоже об этом типа... расставлять примерно как в десятке. Если, а если три глыба на вторую сторону прокают, не везет получается. Ну так типа, ну, если мы поведем дальше сцены, типа на следующий. Нет, нет, типа... короче, типа если глыбы прокают, ну в принципе можно добежать, если мы глыбы нормально разложим. Условно, если три прокают около стены и челики бегут с противоположной стены, они не успеют добежать.
Но если три прока ближе к центру, либо в центре фрейма, где мы бегаем, тогда мы под спектр я успеваем вот, типа, пробежать. Хотел сказать о том, что типа как на Синдре мы выбегаем. Не, Синдри, а в принципе, смотри, в принципе, что можно сделать? Можно просто на фазе, на взлетной, занять 4 сектора, все сразу. Типа не в 2 делиться, а просто тупо разойтись по секторам. Хилов нужно больше тогда, ну типа... Ну, у нас сейчас сколько? 7 хилов. Ну хз, успеют ли они просевшие цели поднять, типа... То есть, ну, если, если мы сейчас у каждому грамотно зададим позицию, то есть, условно говоря, вот там слева в дальнем углу будет один хил, справа в дальнем углу будет другой хил стоять, и прохиливать только свой сектор. Просто вот я сейчас, честно, на хапале, я бегаю, да, и я вижу, что чел просел, ну я, блядь, хуй знает, где он, особенно вот милик какой-то улетит там от хвоста, второй, блядь, где-то под башкой будет тусоваться, я, типа, просто не могу туда кастануть ничего. А при этом, при всем, если еще меня сверху заливают, то это вообще коляска, типа, полная. Надо тактику, короче, менять. Потому что я сейчас смотрю, мы типа и на хилах не поднимаем рейд. Потому что я тупо кастануть не могу. Ну, там, условно, друиды в топе будут, да. И РДД тоже бегают кучно перед башкой, все залито, они нихуя не кастуют, босс ведется, надо уже убегать. Поэтому еще и ДПС так мало. Тут бы хилы успевали прохиливать, это реально босса нужно держать, грубо говоря, на месте. Давай сейчас смотри, как попробую. Можно как леди водить туда-сюда по прямой. Не, водить как леди, типа, это параш. Вот если мы будем сейчас босса в центре держать, там единственная будет проблема у миликов только и все. Ну так я о чем и говорю, миликов только 4. Ну на них можно похуй, типа, хуй забить. Ну тогда они... я про это и говорю. Единственное, что можно сделать, потому что вот, блин, есть дымочки у меня, нет? Давайте дам дымочки. Дайте каску было. Сейчас я пробавлю каску, подожди. Там вот, условно говоря, вот Мельзон вся встанет вот сюда вот куда-то, дождь прокнет, и вы просто на противоположную сторону в другую перебежите, и все. Ну, босс в центре, РДД по кругу, типа, да? Сейчас, подожди. Ну, учти, что у нас дохерища РДДшников надо. С максимальной стороны, условно говоря, вот так вот. А теперь по хилам смотри. У нас 7 хилов. Фиона, я и плюс Крашермен, идите за мной за звездочкой. На два сектора, да? Фиона, смотри, ты хилишь вот этот вот сектор вот здесь, то есть лево-право чуть-чуть. Крашермен, ты стоишь в центре, обхватываешь все, что видишь, и я буду стоять вон там вот в углу. И теперь по РДД смотрите. Четвертая пати, ко мне сюда идите. Четвертая пати к звездочке идите, пожалуйста. Акцент ты начинаешь со стороны хпала, примерно вон там вот. И дальше просто в ряд выстроитесь РДД. От белого дымочка до зеленого. Сейчас скину зеленый. Вот примерно вот так вот. Это вот ваша зона на РДДшках. Здесь типа и диспел есть, и все есть. А третья пати с противоположной стороны, плюс остальные хилы туда пойдете. Сетбэк, смотри, ты можешь в принципе тусоваться под мили-зоной, чтобы ты доставала и левую часть, и правую часть. Третья пати плюс остальные хилы, идите сюда. Здесь у меня стоит Аматис, вон белый дымочек тебе. Олег, ты также, твой фрейм по центру будет. И, Хуман, ты иди под ступеньки примерно. Третья пати, рассасывайтесь перед хилами. То есть хилы, смотрите, у вас задача просто стоять как можно ближе к краю, а РДД, ваша задача выбегать из лужи так, чтобы вы не шли в хилов. То есть чтобы вы не залили хилов, и все. Гваделупа, стой на стороне печеньки. Мнайло на стороне печеньки, пипенчик плюс Control Hero, вы на другой стороне. Вот там, где стоит звездочка. Мелизона вся будет стоять в квадратике, пускай будет. Калак оставит босса сейчас так, как есть. Смотрите, на взлетной фазе вы просто тупо набираете спред между собой. Хилы вы стоят, захиливают. Если вдруг прокает так, то что видите, там условно две упало на противоположную сторону,
не надейтесь на прок, потихонечку двигайтесь на противоположную сторону. То есть увидели то, что... Закройте вообще глаза на босса на взлетной фазе. Типа не бейте вообще его нахуй, не кастуйте ничего. Наберите сейчас грамотную рейнджу просто. Увидели то, что две прокнуло на противоположную сторону, вы перебежали на противоположную сторону. Не так, что упала третья, и вы такие типа, блядь, надо бежать. И вы начали бежать, и нихера не успели. Заранее реагируйте и типа смотрите, где прокает группа. Сетбэк ты под боссом в мирзоне можешь тусоваться. Не под животом только. Типа тусуйся с миликами, чтобы ты и левую, и правую сторону не доставала. Давайте попробуем. Соберитесь на баф, пожалуйста, сейчас все. Каскина. Не баф. То есть, условно, смотрите, у нас хилы всегда стоят под стенкой, а РДД вы стоите впереди хилов и бегаете так, чтобы их не заливать. То есть, условно, можно лужу разлить между хилами, и между собой у вас очень много пространства для движения. Теперь мы не бегаем с комка, но у вас много пространства для движения. Двигайтесь как-то. Я надеюсь, все сняли фрошмоб. Ты каску. Снимайте все фрошмоб. Попробуем без фрошмоба сейчас играть. Полученный урон почекаем. А пласт представляет? Ну, в фласке похуй типа ставьте, там 50 резиста ничего не сделают. Блэк Черри, колкотик. Бля, магам каску не дал. Что, бафнул? То есть хилы, которые стоят на стороне звездочки, ваш приоритет — это четвертая пати. А хилы, которые стоят на стороне печеньки, ваш приоритет — третья пати. И все. Давайте, чек. Рога. Каску по роге дай. Иди БДК начинай. Метка для меликов. Печенька. Стали в печеньку. Мелики в печеньку стали. Перебежали на ту сторону. Не, по меликам все равно говно. Получается взлетка, мы остаемся на своих местах, как я понимаю. Да. Мелики на кольце остаемся пока центральным. Добиваем босса мелики, доигрываем по нему. Став на печеньке, двигайтесь на нашу сторону, нажми аспект. Да. Ну, видишь, какое говно. Кого? Тупо полрейда сбреет сейчас. Не везет. Ну, типа, видите, то, что две упало, ни один человек не начал. Нам надо как-то с этому к центру подвигаться во время взлетки. Но есть, в принципе, вариант, чтобы одна сторона двигалась к другой поближе во время взлетки, а вторая стояла на месте. То есть какая-то более-менее чистая сторона должна стоять на месте, а где виговне все, она должна двигаться на чистую. То есть у нас, в принципе, два фрейма — это звезда-печенька. Там с PRL, типа, там печенька двигать и звездочку, но, думаю, не составит труда. Сейчас видишь, типа, в принципе, все захиливается. Я, блядь, там ноги оторвало, блядь, одного тика. А, сейчас зайдите, пожалуйста, все в лужу, постойте в луже. Умрите от лужи, я хочу посмотреть урон просто. Я также, смотри, по 17 летит, блядь, это ненормально, нахуй. По танку 14 летит. Смотри, фрешмок тупо не башит, короче.
Это типа апнули, бля. Апнули Накс. Как я понимаю. Вот сейчас реально говно стало, типа. Ну да. Они приблизили его к этому классику. Да какой приблизили? Они, скорее всего, когда что-то там чинили или что-то, блядь, сломали фуршмот, нахуй. Походу, да. Ну, а на Синдре, кстати, ради интереса, если по фуршмоте танк танчит, ему так же влетает, как без фуршмота. Ну, не знаю, тут надо тестить. Типа, тут либо сломали шмот, либо починили, точнее, типа, апнули синдром. Ой, тьфу ты, блядь. Ну ты понял, короче. Да, я понял. Да, я Зенчика хотел формануть сегодня, алло, блядь. Который... Не везет Зенчик. Это... Да. Я хотел предложить тактику, как Кролла же бьет тоже можно, хоть он по-другому немножко бьет тоже. Вот только понял, когда фаза, он оставляет вот эту, короче, фазу, сейчас покажу, короче, чтобы потом все сбегались и тоже раньше набирает, и заморозки, все успевают, короче, понял? Там определенную точку оставляют, все, чтобы все сбежались, короче, в одну точку. Сейчас покажу просто. Может, как кролыш понравится, как бьет. Скорбин, чекни у вас? Я увидел, не сидись, надо. Крыса, это типа нормальная тактика? Но смотри, у нее есть один нюанс просто. Блядь, нет, это надо по таймингу смотреть, прокнет это или нет. Вот это, короче, понял, что слышишь? Да, да, показываю. Вот, вот отсюда, короче, вот эту фазу, эту зону, короче, оставлять надо. Блядь, говорить не могу, нажимать. А, типа и туда? Вот, вот тут, да, смотри, вот отсюда, да, вот отсюда оставлять зону, чтобы тут вообще никто не стоял, чтобы здесь, типа, не было, короче, по, ну, того огненного ливня. И вот отсюда, и, короче, вот отсюда, вот сейчас покажу. Ну, я понял, что ты хочешь. Идут сюда, да, вот, чтобы, короче, фаза, он только начинает взлетать, чтобы все сюда подошли, то есть набрали раньше, то есть замораживали, и все спрятали. Потом опять так же само по бокам разошлись, прям то туда пати, короче, та туда пати разошлась. Чисто, ну, типа, чтобы и та сторона двигалась. Типа. Да, да, и, да. И, типа, вот, можно пробовать сейчас вот ту же страту, на которой мы делали, типа, так же просто на рейндж разойтись. И когда будет взлетная фаза, давай просто один фрейм будет двигаться в другой, и все. Один прям будет стоять на месте, а второй будет просто подвигаться к другому. Не, ну хорошо, слушай, если равномерно дождь зальет обе стороны. Давай тогда выберем просто всегда одну сторону, которая будет подбегать к черепу. Да, мне кажется, что тогда лучше, чтобы две сбегались в чистый сектор какой-то. Нет? Ну, условно говоря, смотри, вот челик, который стоит вон там, он под фейками, ты представляешь, да, сколько ему надо бежать вот сюда в центр? Да, да, я представляю. Это типа хуйня. Мне, условно говоря, вот со ступенек проще перебежать на противоположную сторону к ступенькам, нежели сюда бежать всю комнату. Ну, типа, у нас по итоговому урону в босса то же самое получается, потому что мы большую часть боя, ну, мы просто стоим на месте туннелем спокойно. Это да. По факту не теряем ДПС, потому что мы дамажим, типа. Мы сейчас не бегаем, хуйня не занимаемся, мы дамажим. Но можно потерять этот ДПС, но выиграть при этом выживаемость. То есть, условно говоря, давай сейчас все то же самое пробуем, но только под взлетную фазу мы будем убегать в этот. Ну, допустим, звездочка будет двигаться в печеньку, и все. Там он крыса тоже, кстати, интересную тактику закинул. Это что, тактики Eternal Souls? Понял. Терно, ты сюда попридумывать что-то. Первый Зен проебали как раз на Сапфероне, бля. Ну что, чекну, по-моему. Ты каст-таки бафнул, РЛ? Да. Да я Олег Ресу стою. Я типа каст пробовал. Как в итоге бьем-то? Алло? Так же бьем. Как изначально? Не, вот как вот в прошлом трае была тактика, только сейчас сторона звездочки будет перемещаться к печеньке, чтобы постелить нормальный бой. Я Ну а что ты хотел, блядь, типа? Давай, скажем, босс умрет, он умрет и изи зен будет. Так он умрет, давай, так же бить, как и били, он умрет. Да, мне нравилось, как было. Возьми там, блядь, холипалом с гильдией какой-нибудь.
2 КГС, он все равно лучше бой. Блять, если бы работал Frost Resist, то давно бы был сумер. А мы сидим с дрочкой. На этот резист. С первого трая бы умер, я думаю. А можно? Да, Войд, ты, блядь, 10-й по хилу на холипале. 10-й, 9-й. Рассасывай здесь на рейндж, давайте. Это после 9-го, блядь. Только все, на один погнали, ниже. Погнали, ребята. Куда ты повел? В центр верни боссу. О, опять эту хуйню. Ну я спать пошел, блядь. Пизду, опять говном занимаюсь. Бля, дай вот попробуй тактику. Возвращай. Еще чуть проведи, чтобы он ровно по центру стоял. Милики, смотрим там. Двигаемся, двигаемся, дождя, милики. Меликом, конечно, тяжко. Двигайтесь, звездочка к печеньке. Сектор, подбегаем к нам. На нахуй. Рейндж-то держите, рейндж опять же говно держите. Зашли. Да, Фанк Хиро, ты вот второй раз уже замечаю, как такую хуйню занимаешься. Значит, хуйня какая-то, блядь. Он на взлетке меня хвостом откидывает, это нормально? Это не хвост, ты просто в центр забегаешь, поэтому тебя откидывает. Я не знал, что так. Давайте уже по-старой. Оскорбен, Оскорбен, тактика не сработала, ставка не сыграла. Да ты видел, как пацаны перебегают на противоположную сторону, да, блядь? Вообще... Половина нахуй летает от хвоста, блядь, половина бежит через центр, тупо, блядь, отлетает, половина под дождю хуярит. Вот что так значит... как еще бежать, блядь, целый круг надо пробежать. Да-да-да. У тебя время ограничено, ты бежишь, ищешь минимальный называется путь. Называется отличие от... Я не понимаю, почему у нас печенька сдвинулась к центру, ой, ко входу. Ну я типа оббегал к этому, да, к, блядь, к сектору. Как, ты хочешь постарее тратить? Да. Как? Ну, конечно. Ну, типа, по старой самый лучший результат, да? Типа, исходим из этого, да? Просто это пизда, я не знаю, каким чудом это вейдилось на 3%, блядь. И ты начал изобретать какую-то поебатую лютую. Там, этот, слышишь, Калк там... Нет, смотри, Калк. Я уже на стриме посмотрел, она там шею ебаную все повернула в сторону клетки, и это вейдилось. Ну. Ну, типа, хз. Она с места не двинулась, только маленько повернулась. Она, слышишь, он фреймом чуть-чуть коснулся этой зеленой плиточки. Да он крутился, типа, фрейм на месте был. Просто она сама крутилась на месте, считай, и круг от нее двигался. Давайте постарее попробуем. Че, фрешмот не надо? Просто, типа, я на будущее хочу просто посмотреть, потому что мы в следующий раз, блядь, придем сюда, опять сдохнем просто. Да и похуй вообще. Я бы слышал, что лучше милики пусть один этот фрост резист. Их там пизду заливают. Так он и работает. А, вопрос, а как мы будем убирать следующего босса, если фрост резист не работает? М? Так мы его и не одеваем. Это акцент, прикольный вопрос, конечно, задал. Да, мы его не одеваем, но так кто одевает? Не-не, мы не говорим про то, что он не работает. Типа, либо тут реально что-то с боссом сделали, либо уже с Frost резистом что-то сделали. Смотри, его... может там написано, что босс игнорирует резистом. Эхз. Может чисто на боссе это пробили? Ну давай тогда ачивку сделаем без резиста. Лопокрит дает. И хп. Есть такое? Какое? Баффет нажимайте? Ну да. Дайте фласку на просто здесь. Погнали, чё? Заходите все к печеньке сюда. БДК на исходную.
по старой тактике делаем. А здесь, короче, сейчас друиды прям пиздец нужны на этого босса. Ну да. Дай фланс поскорее. Чек. Да, нет, СС тут не нужен. Все, иди начинай, ВДК. Гера, бурсты. Мне КД Гера. Выходим из дождя. Держим рейндж, ребят. Вас заливает по 4 штуки. Ну, приз там понятно. Приз ТФК. Мне приз такой в ПМ написал, может идти покурить? Я написал нет. Он походу отошел. Понимаю. От дождя отходим. Чистый сектор справа, ребята, двигаемся все направо. Рейндж, ребята, рейндж. Забейте на босса, не доигрывайте по нему, наберите рейндж. Рейндж у вас говно, если честно. Четыре человека сразу под блок. Зашли. Гимн хп персифона нажми. Так мы же фуловы. Там лужа прям под нас прокнула. На секундочку буквально. Давай. Я обоссался. Давай. Две смерти. Стужа, морозная стрела, бля. Хотя глыбу даже отдал. По инрам, крашер по Аноматис. АТЦ по Фиона, Агния по ДЦ, Олег либо по себе, либо по Холипалу. Наверное, лучше по себе, давай. ДК прохил? ДК прохил? Спелим, ребята, диспелите, пожалуйста. Бля, тупо от стужи отваливаются. Блять, грубый маг, рассекающий удар сапфирон. Это новенькое. Хорошо, дождь в центре, краям немножко просто подвинулись. Рейндж. Твой мастер сейчас. Зашли. ДЦ бейрить надо. Вы пишете, что не кошек, фрост резист, он кошек. Ну да, сняли фрост резист, начали. Цент по крашеру, крашер по ДЦ. Остальные пока лежат, получается. На самом деле, Берн бумага одного. Этот сам Олег Берн, хоть этого, грубого. ДЦБ? Где он лежит? Не встает еще? Я его... На ступеньках. Я про дисперти, пожалуйста. Да сука. Вы не на большую ренжу отбегаете от дождя. Вот меня пока я от хвоста тычки пополучал. Я вот на рейд посмотрел. Маленький рейндж от дождя держится. Подальше убегайте, пожалуйста. Зашли за глыбу. Сразу барбитура с колкотиком прохиливаем. Да вообще персивон гимн на хп давай. Нету. Бля, у меня рейд кулдаун забагался, получается.
Давайте, соберитесь, мы сейчас додушим его. Где спал? Отойди от дождя, этот Control Heal и Гвадалупа, прочитайте гимны на Мону, поставь тотем, этот Аматис. Диспел меня. Мы не достаем только для тебя. Я понял. Амелики один хера забили по левому боку бьют, хотя я просил направо всех переместиться. Ебать, блядь. Ну вот просто здесь, блядь, и головы убивают людей. Блядь, на ТЦ по отхилу хвалипало перехиливать. Ёбаный в рот, нахуй его взяли вообще. Ёбаный, блядь. Я же говорю, там в рудала кто-то сейчас сидит. Пидор, ебало, закрой. Осуждаю. Говорите оба, пожалуйста, труды. Осуждаю. Хунта прохил. После глы прочитайте все гимны на монопристы. Хилы без мана уж. Олега прохил, дубовый нажми. ДК продиспелить, если достанете. Только еле-еле достал. Ну. Блять, неужели сейчас кель станет легче, чем это дерьмо ебан? Хз. Чтобы это узнать, надо до него дойти. А мы уже сколько тут, бля? Сейчас говно жрем. Заебетесь вы 10 лямов бить. Я тебе говно чекнул скрины у Марата. 3 ляма нахилено на этом боссе. Вани. Не вижу. У прошлый. А тут у шаманов нахилено. В одного 2, в одного 1 и 1. Понятно, что вы умираете. Не дохиливаю. Заевейдился, да? Угу. Ложитесь. Мы мянем тупо. Ну, короче, смотри, от дождя просто спасает, а вот от этих от взлетки спасает. В смысле, типа на взлетке ну, смотри, что дамажит или что? Ну смотри, типа, короче, челиков прилетает стрела. Я короче одел флешмот в дожде, бьет 14 тысяч, получается 481. Все нормально, не знаю. Сейчас, подожди. Ну, на резисты просто дамаг увеличили, и все. Бля, чего ты джерем пиздишь? По тебе 18 тысяч летит, блядь. Что за вбросы? Смотри, сейчас твой разверт, по крайней мере, 18-18, блядь. По всем одинаково летит, блядь, вне зависимости от фрешмота. На взлетке, да, типа, работает эта херня. Смотри, раз, два... 3, 4, 5.
5 человек за трай сдохло от того, что их просто шотнула стрела. Сотки человек умирали. Ну, типа, Дон какой-то баганый, ничего, сейчас тебе видео сниму, как по мне 14 калики. Так зачем вы рано сбегаете? С первой упала, вы сбегаться начинаете. Конечно, так что это будет. Нет, тут убивает уже, когда ты в глыбе стоишь. Потому что тебя рядом цепляет тот. Пропишите все раньше 8, ё-моё. Еще такая штука есть в рекаунте, когда смотришь детали смерти. То, что, допустим, от ледяной ауры тик 2700, 1100 сопротивления. От снежной бури тик 18000 и нет сопротивления вообще. Просто в скобках фрост написано. Хоть какое-то сопротивление это должно быть же. Но и ноль. Что скрипт? Нужно тикет написать, не? Может, чистый урон сделали? Чисто... Что в этом, что в рекаунте деталь смерти, что в нумерейшене пишут одинаково. Вот сейчас смотрю у спредера. Снежная буря 18. И нет сопротивления. И нет сопротивления никакого. Нумерейшене.